Ну что, дорогие друзья, и снова на календаре понедельник, и снова мы встречаемся с Альфредом Кохом в эфире моего YouTube-канала. Альфред Ренгольдович, я вас приветствую решительно, друг дорогой. Здорово, здорово, Евгений Алексеевич. Слушай, у меня какой-то задник непривычный. Ты чай не дрез... А я в Дрездене имени товарища Путина. А, по путинским местам это называется. По путинским местам. Потянуло, да. Жутко. Штирлица рвало на родину. Ну и как? Помнят в городе Дрездене Володю Путина? Ну, я не справлялся. Мне как-то неловко. Готовится к очередным выборам. Город очень красивый, а? Я говорю, к очередным выборам Владимира Владимировича готовится там? Ну да, транспаранты. Растычка немцев. Флаги, да, реют стяги. Нет, все тихо, спокойно. Я поздно вечером вчера приехал, прогулялся по центру, он почти пустой был. Не с кем было обсудить эту животрепещущую тему. Вот, я вчера проезжал в Лейпциг, остановился пожрать. Вот. А там была огромная демонстрация против АФД. Ну, просто огромная. Вот. И вчера по всей Германии, вчера воскресенье было, по всей Германии прокатилась волна митингов против АФД. А я с женой был и с племянницей, и мы должны были пройти сквозь эту площадь. И мы где-то, наверное, минут 40 пробирались сквозь эту толпу людей с транспарантами против АФД. Так что я теперь могу сказать, что я тоже принял участие в манифестации против АФД. Понятно. Ну, вот. Ну, кстати, во многих городах... Вообще потрясает, конечно, вот эта вот гражданская активность. Это так не свойственно для нас, совков, да? Мы-то уж забыли, когда последний раз, как говорится, в Москве какой-нибудь там митинги были. Я ходил на проукраинские митинги в Мюнхене, но они были не очень большие. Хотя, так сказать, некоторые были достаточно большие, там по 5, по 10 тысяч собиралось. Вот. В поддержку Немцова или Навального там были митинги, там 200-300 человек. А вчера, ну, Лейпциг не такой большой город, ну, это, я думаю, 1050 точно было. Вот. А в Мюнхене, говорят, вообще 200 собрал. Ну, вот вчера были, кстати, во многих городах Европы митинги в поддержку Навального и других политических заключенных России. Во всяком случае, это наш с тобой общий знакомый. Марат Гельман вчера давал мне интервью из Лиссабона. Угу. Кто где, да? Вот он специально поехал там принять участие в этом мероприятии. А, кстати, скажи, пожалуйста, я читал тоже, что были эти многочисленные митинги. А с чем это связано? Вот эти митинги, протесты против АФД, альтернативы для Германии. Вот это... крайне правой партии, которая набирает популярность вроде бы. Ну, там масса к ним претензий, будто бы они какой-то тайный сговор против иммиграции в Германию готовят, поражение в правах, отбирание немецкого гражданства и так далее, и так далее. Вот, что, в общем, вызывает у левых и у демократов естественный протест, считаешь, что это фашизм, национализм и так далее, и так далее. Если ты спросишь меня, что меня возмущает в АФД, то их очевидный пропутинский курс и многочисленные факты того, что они финансировались из Кремля. Меня это совершенно не устраивает. Вот. Их такой антииммигрантский тезис, он меня тоже настораживает, поскольку я сам по себе иммигрант. Я, правда, иммигрант немножко по другой линии, но тем не менее иммигрант. И я понимаю, так сказать, нужды иммигрантов. И я считаю, что к ним, конечно, должен быть дифференцированный подход. И иммиграция в целом, конечно, полезная вещь для Германии, поскольку демографически Германия нуждается в молодых рабочих руках, потому что страна стареет, немцы рожать не хотят и так далее. Вот. Понятно, что не всех подряд надо принимать, но тем не менее, так сказать, людей, которые готовы работать, а не сидеть на пособии, конечно, надо принимать. И натурализовать их, и по ускоренной процедуре, и так далее. И в этом смысле я, конечно, против того, чтобы, так сказать, всю иммиграцию резко, так сказать, остановить. Это неправильно. И это вредно для Германии. Вот. А что касается их там евроскептицизма и так далее, здесь, наверное, я соглашусь с ним.
Вот, поэтому в целом, конечно, я где-то процентов на 70 не согласен с ФД, а процентов на 30 в чем-то они, наверное, правы. Но я вот этот пафос поддержки, который он там в ГДРовском бывших землях, в Восточной Германии, там они имеют там по 30-40% поддержки, это, конечно, меня не устраивает. Меня бы больше устраивала поддержка там правоцентристов или каких-нибудь свободных избирателей и так далее. ХДС, ХСС, свободные выборщики, отчасти свободные демократы. Ну, вот это вот мой круг тех, которых я бы поддерживал. На последних земельных выборах в Баварии я поддерживал свободных выборщиков, которые сейчас входят в коалицию правящую в Баварии. А зеленые нет? Не. Я вообще не люблю утопии. Я в большей степени реалист. В конце концов, там по меньшей мере половина, если не больше, всех проблем, с которыми сегодня столкнулась Германия, это все благодаря, так сказать, утопиям зеленым. Хорошо. Довели экономику до ручки. Кому интересно слушать мой разговор с реалистом Альфредом Кохом, ну, пожалуйста, быстренько лайк поставьте. И подпишитесь на этот канал, потому что я все про вас знаю, дорогие друзья. Вы канал-то смотрите, а подписываться забываете. Не подписывайтесь. Ну, у меня же есть возможность заглянуть в так называемую там панель управления каналом, и там все видно, сколько смотрит, а сколько подписалось. Но ты не прибедняйся, у тебя количество подписчиков-то растет постепенно. Растет, но пусть еще возрастет. Слушай, о чем я тебя хотел спросить? Да, давай. Ты видел, наверное, пошла какая-то, какая-никакая, но все-таки движуха, я бы сказал. Выстроились неожиданно очереди к пунктам, где собирают подписи в поддержку Бориса Надеждина как кандидата в президенты Российской Федерации. И уже даже некоторые известные российские оппозиционеры заявили о том, что они тоже призывают людей подписаться под его кандидатуры, сбор подписей идет, да, и потом проголосовать за него на так называемых выборах, которые намечены на 17 марта. Ну, ты же Надеждина знаешь, мы же должны сегодня еще поговорить непременно о том, как в один прекрасный летний день 2003 года мой собеседник стал руководителем избирательного штаба СПС, партии сил, да? Отдохнул, вылечился от простуды, бросил курить и пошел... От пневмонии вылечился? Да, не просто от простуды, от серьезной простуды, от пневмонии. Вот. И пошел руководить штабом Союза правых сил. А Борис Надеждин в то время был, насколько мне память не изменяет... Политсовет. Ну вот что ты думаешь по этому поводу? Ну я вчера уже написал в Фейсбуке и в Телеграме по этому поводу. Я считаю так. Ну, во-первых, это не мое дело. Я живу в Германии, немецкий гражданин, и выборы комментировать. Но уж коль, так сказать, вы настаиваете, то я могу высказаться по этому поводу. Мы настаиваем. Во-первых, я не считаю, что это выборы. Вот. И хотя бы поэтому участвовать в невыборах как-то не очень понятно. А в какой качестве? В качестве кого в них участвовать? Вот. В качестве статиста для путинской, так сказать, премьеры, там, бенефиса его, ну, глупо, пускай сам один выступает. Вот. Но если уж хочется какой-то там, как говорится, факт показать Путину и там какой-то флешмоб устроить, то я бы призывал, так сказать, в таком случае поддержать Бориса Надеждина, конечно. Я его знаю давно, не так чтобы сильно близко, мы с ним никогда не были друзьями, там, мы в гости друг к другу не ходили. Ну так, сталкивались. В общем, он довольно толковый парень, как мне кажется. Может быть, чересчур компромиссный. Конечно, это не Немцов и не Гайдар. Но, как говорится, по нынешним временам на безрыбье, как говорится. Вот. И рак рыбой станет. Вот. Ну уж по сравнению там с Зюгановым каким-нибудь или Путиным, ну уж понятно, что это, так сказать, кандидатура более-менее приемлемая. Вот.
Я большие сомнения испытываю по поводу того, что его пропустят. Он единственный, кто выступает против войны, причем открыто, и говорит, что если он станет президентом, он ее немедленно прекратит. Вот, поэтому, ну а что, так сказать, вы хотели, вы получили. В любом случае, это лучше, чем Собчак в качестве альтернативного кандидата. Вот. Поэтому вот если есть все-таки какой-то зуд в этом поучаствовать и какую-то там, так сказать, движуху устроить, вот вам Борис Надеждин, поддержите его. Какие проблемы? Я его, я могу тебе вот рассказать, в школе пошла речь о том, как я руководил избирательной кампанией, то вот тебе один эпизод из этой истории. Значит, 2003 год, где-то там, условно говоря, там сентябрь месяц, да, начались активные ток-шоу по телевизору. Вот помнишь, мы в НТВ сидели, и даже, по-моему, у тебя в эфире были, вот тогда ты там каким-то этим каналом руководил, нет? Ну, не помню. У Савика Шустера мы были, у Савика в НТВ мы были. Да, скорее всего. Да, у Савика были, там, на втором канале, на первом и так далее. И вот у нас были, значит, такие команды, которые ходили на эти ток-шоу, и туда Надеждин входил. И мы все время, так сказать, там говорили одно и то же. Вот, значит, ну, мы с политтехнологами, как менеджеры избирательной кампании, говорили так, значит, вот смотрите, социология говорит, народ поддерживает Путина, поэтому старайтесь меньше поддерживать Путина, старайтесь, так сказать, тему критики Путина обходить, если есть возможность что-то поддержать, если вам, так сказать, считаете, что Путин делает что-то правильно, то лучше об этом сказать, чем не сказать, а если вы считаете, что Путин делает что-то неправильно, то лучше об этом не говорить, чем говорить. Потому что, вот смотрите, вот прошлая передача, значит, вот мы выступили с критикой Путина, вот, пожалуйста, потеряли там 2 десятых там пункта рейтинга. А вот здесь вот мы поддержали Путина, выиграли там 0,3 пункта рейтинга. Вот хотите в Думу попасть, вот, пожалуйста, ведите себя вот так. Потом, когда будете в Думе, можете его критиковать, сколько вам влезет. 24 года будет свободно для словесных своих упражнений. А пока вот такая вот позиция. Да-да-да, покажи нам эту социологию, мы им показывали и так далее, и так далее. Вот. Боря, значит, там топал ногами, кричал, я буду все равно, я, значит, это. Но в конечном итоге, когда выходил в эфир, там, играя желваками, все-таки выполнял указания политтехнологов. И на Путина не напрыгивал, так сказать, там, напрыгивал на Явлинского, там, или на коммунистов, или еще на кого-нибудь. Слава богу, было кого критиковать. Вот. В конце концов, говорили, если хочется покритиковать Курск, критикуй министров, не критикуй Путина. Говоришь, вот Владимир Владимирович, смотри, что у тебя там делает, ну-ка давай, как это сказать, включись в решение проблемы. Вот в таком форме можно. Вот. И тут, значит, на какой-то передаче Путин опять что-то такое отчебучил, я уж не помню, что, ну что-то такое совсем, ну, за пылышки прыгнул. И Боря Надеждин выходит и говорит, а я считаю, прям в эфир, а я считаю, говорит, что надо Путина мочить. Потому что если мы его не замочим, то он замочит нас. Ну, естественно, после всякого... Как он выглядел? А? Я говорю, как он выглядел? Да-да-да-да, вот. Ну, короче, мы собрались потом в штабе. Ну, после каждого ток-шоу потом обратно собираемся, смотрим, как там кто выступил там, и так далее, чтобы потом на следующие там какие-то, если что-то прошло хорошо, и аудитория хорошо прореагировала, то этот прием надо, как говорится, потом использовать, а если что-то там плохо зашло, то не использовать, и наоборот, так сказать, как-то микшировать. Вот. Ну, и вот мы собрались, сидим, молчим, там уже, так сказать, комментировать нечего. Вот. Боря там начал Надеждина парафинить. Что, типа, ты думаешь, мне не хочется Путина критиковать? Ну, что ты же понимаешь, что это вредит нам и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и Боря тогда говорит, вот этот Надеждин, говорит, ну, мужики, ну, простите меня, ну, вырвалось. Я все понимаю, ну, вырвалось. Вот такая смешная история. Да. Это, что называется, нарочно не придумаешь. Да, да, да. А там уже потом неделю до следующего ток-шоу все пропутинские каналы, так сказать, измывались, как могли. Конечно. Ой, я тебя умоляю. Вот, Надеждин собирается мочить Путина, ну-ну, так сказать, а кто он такой? Народ ему не позволит, наш народный президент.
Вот мы говорили, что это партия отщепенцев. Вот, смотрите, они живут в своем мирке, они не знают, чего хочет народ. Народ хочет Путина, а он его мочить собрался. Да его самого действительно замочить. 21 год прошел. 21 год. Один день. Да, да, да. Время идет быстро. Но смотри, в этой истории, возвращаясь в сегодняшний день... Он же Боря Надеждин, он, по-моему, физтех закончил, да? Да, он какой-то не гуманитарий, скажем так. А он из Долгопрудного, по-моему, я не знаю, может быть, да, что-то такое, да. Может быть, и из Долгопрудного. Сейчас посмотрим, проверим. Да, Долгопрудненский он. Ну, из города, где находится знаменитый Московский физико-технический институт, кузница кадров для ракетной индустрии, для ракетной Бауманка. Да нет, там тоже. Там... Физтех – это ядерщики. Ядерщики – это МИФИ. Ядерщики – это МИФИ. Значит, я неправильно. Ну, хорошо. Вот. Слушай, эту историю я хорошо знаю. Помнишь, был такой Батурин Юрий Михайлович? Да. Вот, который был помощником президента Ельцина и по правовым вопросам, и по вопросам нацбезопасности. Хотел в космос полететь, да. Так вот, он полетел в космос, да. Но он же мне рассказывал, мы дружили, и он мне рассказывал интересную свою историю, что он мечтал полететь в космос с детства. И именно потому, что он хотел полететь в космос, он пошел и поступил вот на этот самый физтех. Причем специально поступил на тот факультет, откуда была наибольшая вероятность попасть... Откуда в космос летают? В Королевское КБ. И, в общем, всю свою карьеру выстраивал так, чтобы иметь наибольший шанс туда попасть. Но его тогда... Когда это было 70-е годы, наверное, начало 70-х, его тогда вернула медкомиссия. Вот. Когда он уходил из аппарата президента, он рассказывал мне, что значит, у него была встреча с Ельциным. Вот Ельцин спросил, чем помочь, есть ли просьбы какие. Он говорит, что у меня есть одна просьба к вам, Борис Николаевич. Позвоните, пожалуйста, генералу Климуку, командиру отряда космонавтов, и попросите, пожалуйста, чтобы меня туда приняли. Ну да. И приняли. И приняли, и два раза в космос слетал. Но это уже дела давно минувших дней. Так вот, меня что в этой истории потрясло, возвращаясь к сегодняшнему дню и к Борису Надеждину, что даже очереди выстраиваются просто вот... В разных городах длинные очереди стоят подписывать эти самые листы в поддержку, которые, я думаю, скорее всего, Центризбирком имени Эллочки Людоедки Палхиновой все равно завернет, но какая-то демонстрация. Но, значит, движуха будет на уровне сбора подписей. Тоже какая-то движуха. Ну, по крайней мере, можно будет показать, что есть в России люди, которые Путина не поддерживают. И вот их можно даже, что называется... Ну, уж как минимум, что не поддерживают войну, скажем так. Ну, или не поддерживают войну, тем более. Да, там вот можно... Есть же какая-то отличная от нуля часть людей, которая поддерживает Путина, но не поддерживает войну. Да, кстати. Да. Типа, всем хорош, Владимир Владимирович, но здесь, типа, маху дал. Здесь вам надо, Владимир Владимирович, признать, что вы ошиблись и отступить. И тогда, так сказать, мы вас любить будем еще сильнее. Потому что вы покажете истинную государственную мудрость, кое вам присуще, но которую вы почему-то сейчас не хотите продемонстрировать. Наивные люди, черт возьми, а? Да, слушай. Знаешь, как говорил, помнишь, это люди как люди, только квартирный вопрос их испортит. Ой. И даже милосердие стучится в их сердца. Слушай, насчет милосердия. Да, да. Тут страшные, просто такие страсти разгорелись по коту Твиксу. Ты в курсе этой истории?
Потому что какая-то продавница нашла котенка и высадила его в мороз, да? А он, оказывается, был чета и сбежал из клетки. Да. И Мизулина. Мизулина. Некто Мизулина. Какая, младшая, старшая? Мизулина. Вот не знаю, какая старшая или младшая, но на полном серьезе уже предлагает этому самому коту Твиксу памятник поставить. Вот та самая Мизулина, если это старшая Мизулина, ну, если младшая, значит, дочка той Мизулины, которая подписала законопроект, его сегодня в первом чтении, кажется, должна рассматривать Государственная Дума, о конфискации имущества за фейки против армии. Да, это я знаю. Да. Не, ну просто вот меня поражает... Деньги построить памятник коту Твиксу. Да, вот меня поражает то, что люди возмущаются, льют слезы по поводу... Я тоже против того, чтобы выбрасывать котов на мороз. Угу. Что называется, в сугроб с проходящего поезда, даже если это ничейный кот. Да, но при этом убивать украинцев, да, это я понимаю. И своих собственных детей отправлять на смерть. И своих собственных детей отправлять на войну. Да. Вот. Совершенно выключив мозги и повторяя вот эту мантру о том, что это наши мальчики, которые нашу родину защищают, хотя они на самом деле родину не защищают. Хотя на нее никто не нападал. Да? Это какой-то морок. Или морок, я не знаю, как правильно ударение ставить. Ну, сумасшествие какое-то, так сказать. Не знаю, мне кажется, что вот эти вот сопли по котику, они же очень свойственны жестоким людям. Это же вот оборотная сторона абсолютной холодности к ближнему и отсутствия минимального милосердия. Вот это вот любовь к котикам, вся это, так сказать, самолюбование в момент, когда ты кормишь бродячую собачку там и так далее. Это же все, мне кажется, связанные вещи. Вот. Всякий жестокий человек сосредоточен на себе. У него прежде всего на первом месте он. Поэтому у него такая глубокая искренняя любовь к себе, что у него уже не хватает места для любви к другим. Вот. А всякий сосредоточенный на себе человек собой любуется. И поэтому ставит себя в такие сцены, в которых, так сказать, ему удобнее собой любоваться. Там, я и кошечка, я и белочка, я и девочка. Помнишь это место у Михаила Рома в фильме «Обыкновенный фашизм», когда он разбирает Гитлера? Да. Вот это вот все. Поэтому вот это вот слезы по кошечке, это же вот первый признак, когда нужно насторожиться и подумать о том, что люди, в общем-то, потеряли связь с собственным биологическим видом. Когда им представители другого вида, так сказать, кажутся достойными жалости в большей степени, чем представители своего. Так это биологическая уже инверсия в мозгах происходит. Что-то это мне напоминает. Я и моя любимая собака, я и мой любимый пони, я и тигрица, да? Да. Я во главе журавлей или аистов. Да, нет, это абсолютно точно. Да, вот это вот известно, что Путин, так сказать, заядлый собачник. Это значит, что человек, ну, как бы, скажем так, лишен эмпатии. Он не любит людей, он любит собак. Они ему кажутся. Хотя, с другой стороны, знаешь, есть такая пословица на Уолл-стрите знаменитая о том, что если хочешь завести себе друга, заведи себе собаку. Поэтому тут... Тут разные есть как бы взгляды на все это. Но мне все это не нравится. Я вообще, так сказать, у меня в детстве была кошка, даже две, по-моему. А во дворе у нас в деревне, так сказать, на цепочке в будке сидела собачка, которую я тоже очень любил. Но в дом я ее не пускал, с ней спать в одну кровать не ложился. Поэтому, ну, слушай, нашла бродячую кошку-проводницу, ну, выкинула ее, так сказать, из вагона. А что нам ждать, когда она насрет, что ли, в вагоне? И же прибираться-то будет не пассажир, а она. Так Путин любит себя? Любует собой? Еще как. Мы же это знаем.
Он же до сих, знаешь, когда человек же не видит, как он стареет, да? Вот я не вижу, ты не видишь. Мы же не видим, как мы стареем. Но мы же стареем. Ну, конечно. Вот. И если мы к себе с иронией относимся, то мы это замечаем через какой-то промежуток времени и перестаем, так сказать, там, какие-то прически себе мастырить и так далее. Мы же понимаем, что там уже лысина растет. Путин же ведь до последнего нас радовал своим торсом. Да, кстати, это правда. Понимаешь? Вот, когда уже, так сказать, там уже был далеко, так сказать, не античный торс, да, и там с кубиками были проблемы, и все провисло и так далее. А он все равно, так сказать, по пояс обнажался и позировал фотографу, демонстрировал свои, так сказать, стати. Понимаешь? Этот его, так сказать, старческий стриптиз, он уже... Был, слава богу, сейчас уж прекратил. Видимо, уже сказали, Владимир Владимирович, харе, там уже сказать, точно нечем радовать публику. Вот, это же тоже очень, это же все из одного и того же, так сказать, места растет. Вся вот эта вот и самолюбование, и любовь к себе, и попытка поставить себя в сцены, где он выглядит выигрышно и так далее. Я всегда в этих случаях, когда слышу такие слова, как ты сейчас говоришь, думаю, вспоминаю фотографии молодого совсем еще Путина, который портфельчик тащит за Собчаком. Ведь, наверное, если он действительно вот склонен так себя любить и собой любоваться, как же он должен был его ненавидеть? О, ну, наверное, да. Но, слушай, тогда он считал, что он просто делает карьеру, и что это одна из ступенек, наверное, на пути к славе. Вот. Я думаю, ему реально башню снесло тогда, когда он вдруг неожиданно оказался премьер-министром. И когда он реально почувствовал, что может сесть, как говорится, на трон. Угу. А до этого он смотрел на жизнь намного более прагматично и себя оценивал намного реалистичнее. Мне кажется, что в значительной степени то, что с ним случилось за последние там, 20 лет, 20 сколько там, 4, 25, да, вот это повлияло на то, чем он стал сейчас, а не то, что было до этих там, 24 лет. Там не было почвы для самолюбования и приписывания себе каких-то сверхчеловеческих качеств. Обычная карьера обычного чиновника. Со своими взлетами и падениями, да. Задатки были. Ну, разумеется, разумеется. Хотя я не знаю, вот понимаешь, в чем дело? Я всегда очень осторожно отношусь к оценкам собственных возможностей. Может быть, вот. Это и играет со мной злую какую-нибудь шутку и так далее, но я же, так сказать, по натуре, как говорится, человек с очень большой долей иронии и самоиронии, и хитства, я бы даже сказал. Вот. Ой, если я иногда бываю с собеседниками и хитен, то можешь себе представить, как я и хитен бываю сам с собой. Не, ну если ты для себя только не делаешь исключения. Нет, я не делаю, поверь мне, я не делаю для себя исключения. Вот. Я откровенно могу тебе сказать, окажись я в его положении, и вот эти вот 24 года в уши я слышу о том, что я великий, я самый лучший, и все, что я даже пукаю совсем по-другому, чем обычные люди. Мелодично, и духами пахнет, и так далее, и так далее. А уж юмор у меня какой, а как я танцую, а как я пляшу, а как я выгляжу, а как я сексуален, а как я мыслю, как я глубоко и далеко вижу на сточку вперед. Ну, согласись, ну вот ты через 20 лет выдержал бы это? Ну скажи, ну это ж какую надо волю иметь и самоиронию, даже, так сказать, в 100 раз больше моей, чего, чтобы это вот реально воспринимать как шутку и с иронией и не повестись на это. А что ты хочешь с простого питерского парня? Ну, конечно, он поверил. Именно поэтому не больше 2 сроков. Не потому, что человек плохой, потому что он станет плохим, даже если он хороший. Да. Противоядие против этого
вырабатывается только самим организмом и в крайне редких случаях. Да не выработается оно. Просто нельзя больше двух сроков. Точка. Его надо. Это для него хорошо. Это ему будет лучше. Он себя, свой мозг, свою душу спасет. Свое сознание. Он не сойдет с ума, не превратится в идиота. Не будет выглядеть клоуном. Ну хорошо. А вот на Западе там твоя канцлерка. Ну так и стала, так сказать. Ангела Меркель. У нее крыша не поехала? Поехала, конечно. Тоже поехала? Конечно, конечно. И это все на четвертом сроке. Да, разумеется. Она четвертого срока отмотала? Да, конечно поехала. Конечно, поехала. А в чем это? Она устроила на последнем съезде, не дала этому Фридриху Мерцу победить. А потащила этого Лашета и с треском проиграла выборы. Это же тоже, значит, яркое свидетельство, что у нее крыша поехала. Ведь тот результат, который получили христианские демократы в результате вот этой вот операции Меркель, которая, так сказать, там чисто бюрократически не позволила Фридриху Мерцу выиграть зимние выборы перед выборами 21-го года, да? Это же была ошибка. Это же она, после этого на выборах ХДС-ХСС набрали самое маленькое количество голосов за всю свою историю. Они проиграли социал-демократам, набрав там что-то 23 или 24%. Такого никогда не было. Вот. Это признак чего? Это признак того, что у Меркель поехала крыша. Потому что она подумала, что она, так сказать, Бога за бороду схватила. Что она все знает. Что даже если она уходит, она все равно свою партию приведет к власти. И вот Лашет, который там ей все, так сказать, вылезал места, да, он, так сказать, тот самый человек, который, так сказать, наберет голоса. Ну, вот он и набрал. А до этого она эту Крамп-Каренбауэр выдвинула, потом обратно задвинула, потом Лашета и так далее. Ну, ты же помнишь, как все это было. Никак не могла. Никаких деталей, но я помню, что, в общем... Выбор ее окончательно оказался с этим Лашетом крайне неудачным. А сколько она металась, прежде чем его выбрать? Это же даже не выбирали. Ну, хотя очевидно, слушай, ну ты возглавляешь правоцентристскую партию, но нельзя проводить левую политику. Нет, ради власти она готова была, так сказать, развернуть всю Германию кверху с ног на голову. Ей говорили, нельзя класть яйца в одну корзину. Да, русский газ дешевый, все очень хорошо, но ты... Подумай головой, построй нефтяной терминал для жидкого газа. Построй, пусть он стоит пустой, просто построй. У тебя всегда будет возможность принять газ. Нет. Все будет хорошо. Интересно. И потом, выпучив глаза, быстро-быстро, за полгода, еле-еле быстренько построили терминал, потратив в 5 раз больше денег, чем могли бы потратить, если бы планово, нормально построили сразу большой терминал. Там же, где и планировали. Так вот, у меня вопрос. А как ты считаешь, она в глубине души верила, не верила в то, что Путин может напасть на Украину? Слушай, ну я ей не могу в голову залезть. Я думаю, что она в какой-то момент, ну, во-первых, она, наверное, не верила, вот, но с учетом неких, так сказать, изменений сознания, которые связаны с длительным пребыванием у власти, а сознание меняется, это вот даже я, так сказать, который там на 10 ступенек ниже был, чем президент России, но занимал достаточно высокий пост, да, и полномочий у меня было достаточно много, да, и место такое вкусное, скажем так, да. Вот. Даже я чувствовал, как меняется сознание. Что уж говорить о тех, так сказать, сферах, где вращалась Меркель и Путин. Вот. Поэтому она могла считать, что вот, наверное, он не нападет, у нас достаточно рычагов влияния на него, он не захочет рисковать, так сказать, хорошими отношениями с Европой, с Германией, зачем ему это надо, у нас всегда мы на него можем повлиять. А ну, а если нападет, значит нападет. Это же проблема, в конце концов, украинцев, что он на них нападет. Мы им возможность, так сказать, замириться с Путиным дали. Организовали Минские соглашения. Но это теперь уже их проблема, что они не хотят их выполнять. И тем самым дергают, как говорится, тигра за усы.
Я не думаю, что при Меркель Германия так сильно помогала бы Украине, как сейчас помогает. Я так не думаю. Она бы, конечно, хлопала, так сказать, себя по бокам, кричала бы, ай-яй-яй, какой ужас, Путин, что вы себе представляете. Вот. Но я думаю, что вряд ли бы она даже дала леопарды. Не говоря уже о там, каких-то дорогостоящих системах ПВО, типа там Айриса и так далее. Кстати, ну, хотя я могу ошибаться. Она просто, так сказать, опять же, понимаешь, я не могу отделаться. Это вот очень интересное ощущение. Что меняется, мы или мир? Понимаешь? Что меняется, мы или мир? Вот. Поэтому что на самом деле так? Или я предвзято отношусь к Меркель, или она на самом деле такая? Это же вот я не могу внутри своего сознания разделить. Поэтому мне кажется, что она человек, так сказать, в общем-то, достаточно безразличный. Вот. Она такая плоть от плоти, так сказать, советская девушка из ГДРовского комсомола, которая, в общем, достаточно активно делала партийную карьеру. В какой-то момент ее приголубил Гельмут Коль, если ты помнишь, когда случилось слияние, ему нужна была, так сказать, такая представительница восточных земель, но при этом, так сказать, христианская демократка. И вот дочка священника, такая активная, бодрая девушка с горящими глазами, ему показалась очень подходящей для этой роли. Вот. Вот. И в результате она его подставила же в какой-то момент. Вот. Это, в общем, не очень сильно обсуждается в Германии, но это, в общем, известно, что вот этот вот скандал, когда его обвинили в том, что он какие-то там нелегальные фонды для финансирования партии, так сказать, организовывал, из-за чего он в конечном итоге ушел в отставку. Он был спровоцирован, по некоторым сведениям, госпожой Меркель. И она, так сказать, заняла его место. И проиграла выборы Шрёдер. Выиграл только в следующий раз. Или она в следующий раз выиграла, проиграл Коль. Я уж не помню, что-то такое. Я проиграл. Ну, проиграл. Точно, Коль проиграл их именно из-за этого скандала. Это точно. Он проиграл, и она заняла его место. Я помню. Что-то такое. Весной 2001 года, вот, наверное, на дворе был март. Да, март месяц. Я ездил в Берлин вместе с Большой, Прибольшой группой руководителей разных российских средств массовой информации. Вот это, наверное, на моей памяти была последняя такая поездка, вот знаешь, когда все-все поехали. И Добродеев, и Эрнст, и ваш покорный слуга, и там Венедиктов, и главные редакторы практически всех газет, которые тогда, вот в 2001 году, выходили. Потом все, что называется, разругались, разбежались, а это вот была такая последняя поездка. Не помню, кто ее организовывал, по-моему, посольство Германии в Москве. Там целью было встретиться с Шрёдером. И там много было встреч в Бундестаге, в Министерстве иностранных дел. И вот была встреча с Меркель. Нам сказали, вот, а сегодня пойдем знакомиться, общаться с новым лидером ХДС, ХСС. Я помню, что мы все были совершенно в шоке от того, что какая-то совершенно была безликая женщина, которая толком нам ничего не сказала и на все вопросы отвечала скучно, уклончиво. Вот, что называется, было ощущение общения с пустым местом. Вот. Я помню, в 2016 году, я в Израиле обедал с Женей Альбац. Вот. Так, интересно, уже интересно. Как теперь принято говорить, по ее инициативе. По ее инициативе. Я был с женой, еще там один мой приятель, израильтянин, был с нами. Вот. И она. Вот. Ну, я уж не помню, о чем был разговор.
Вот. И Женя тогда сказала то, что очень многие тогда говорили. Как Германии повезло с канцлером. Как вот это здорово, что у вас есть Меркель. Какая она молодец. И вот она, так сказать, пела, пела, пела. А я уже тогда Меркель не любил. Я говорю, ну, слушай, так сказать, поверь мне, внутри Германии вот восторги по поводу Меркель намного меньше, чем за рубежом. Она, так сказать, сделала много чего делать не надо было. И я думаю, что ее поддержка снижается. Она опять меня начала убеждать, что я не прав и так далее, и так далее. Я, значит, говорю, нет, Жень, все-таки поверь мне, я там живу, и я тебе говорю, что, во всяком случае, правые и правоцентристы очень недовольны тем, что лидер партии, которая называет себя правоцентристкой, проводит левый выбор. Ну, короче, в свойственной манере Женя, так сказать, перешла на повышенные тона, потом хлопнула и, так сказать, ушла из-за стола, оставив нас, так сказать, одних, отказавшись, как говорится, разделить с нами трапезу. И Марковна человек очень эмоциональный, с ней такое случается. Да, и вот после этого я с ней не встречался, так иногда по телефону только разговаривал. Но вот мне интересно, как она вот сейчас вспоминает этот эпизод. Она по-прежнему остается при своем мнении или она уже поменяла свою позицию? Будет возможность, я ее спрошу. Ну да, ну да. Она в Нью-Йорке нынче, как ты знаешь. Я знаю. Что в Нью-Йорке, ну, говорят, в Украину ездит иногда. В Израиль. Ну, давно это, по-моему, было последний раз. Кстати, вот я, у меня открылось наконец что-то на телефоне, на моем, я вот тут подглядываю иногда вот свой мобильный телефон, когда справочку какую-то нужно получить. Смотри, по поводу Надеждина. Он, оказывается, в том правительстве, в котором ты состоял, был советником Немцова. Вот, в его биографии написано. Да, я знаю. Он что-то там даже по... Советник первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Бориса Немцова. И, внимание, помощник председателя правительства Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Вот так. Вот. А теперь от Сергея Владиленовича зависит, я так предполагаю, зарегистрирует его Элла Александровна Панфилова или Сергей Владиленович скажет ей: «Элла, ни-ни». Ну, я думаю, вообще сама его кандидатура появилась в том числе и потому, что он знаком с Кириенко, и Кириенко, видимо, думает, что он его контролирует в какой-то степени. Ну, возможно. Потому что я в этом не вижу никакой катастрофы, кстати. Да мне все равно, выберите хоть кого, лишь бы войну остановил. Вот и все. Давайте посмотреть на вещи проще. Вот есть человек, который говорит о том, что он против войны, и же когда он станет президентом, он войну остановит. И заметьте, и его не является иностранным агентом, Кириенковским агентом и так далее. То что? Нет, я говорю, и его, человек, который с экрана публично говорит, что я против войны, что я войну остановлю, его еще пускают на экран раз, и после таких речей не сажают в тюрьму, не возбуждают уголовное дело, не объявляют иностранным агентом или там нежелательным элементом, или как там еще, экстремистом, террористом, там, как какого-нибудь Бориса Акунина. Ну, слушай, у них же там в администрации президента много там всяких хитрых интриган. Они думают, что они таким образом пары выпускают, дают людям выговориться, дают им, так сказать, возможность, так сказать, куда-то свою, так сказать, энергию подевать и так далее. Ну, они же могут рассуждать так, ну, убить-то мы его всегда успеем. Ну, вот вроде Немцов, помнишь, там, Путин ёбнутый там и так далее, и так далее. Все говорят, ну, какой смелый. А что в это время думал Путин? Да, пускай говорит. Когда мне надо будет, я его грохну. Может такое быть? Может. Вот и все. Пусть развится.
В сегодняшней России... Я говорю, в сегодняшней России может быть все. Может быть все. Может быть все. И это уже давно, кстати, а не только сегодня. Это уже давно может быть все, понимаешь? Вот. Поэтому, слушай, если человек, который там живет, в отличие от нас с тобой, да, и вот эти все, так сказать, тонкости понимает значительно лучше нас, и тем не менее выступает против войны, ну хотя бы только за это я бы за него проголосовал. И уж точно поставил бы за него подпись. Даже если он по договоренности... Даже если он по договоренности идет в эту, так сказать, театральную постановку и так далее, и так далее. Слушай, а наличие или отсутствие демодоговоренности, я все время говорю, вот есть там неопровержимые доказательства о том, что Сталин работал на царскую охранку, да? Знаешь, там, и Ленин там, и так далее, и так далее. Так вот, в их среде это не считалось впадлу. И теперь, по прошествии стольких времени, глядя, так сказать, задним числом на этот, кто на кого работал? А может, это охранка на него работала? Он же их потом всех в стенки поставил, когда стал властителем страны. Всех. Ты же знаешь, что, так сказать, если человек служил в царской полиции, так сказать, это была расстрельная статья. Просто сам факт. Их даже не сажали, их просто расстреливали, и все. Еще при ЧК, еще при Дзержинском и Меньшинском. Не, ну подожди, генерал Джунковский долгое время был советником в новых советских органах безопасности. Ну, а потом, наверное, его расстреляли, да? Ну, в итоге, конечно. Вот. Так что? Кто кому помог? Сначала ему дали возможность передать свой ценный опыт. А скажи, пожалуйста, у Джунковского была возможность убить Сталина? Вот это я не знаю, честно. Ну, как ты думаешь вообще? У него он был в состоянии это сделать? С помощью каких-нибудь там прикормленных черносотенцев или каких-то агентов? Или просто, так сказать, своим, так сказать, полицейским сказать, забейте его до смерти в тюремной камере? Ну, я не думаю, что в то время его воспринимали как такого уж опасного... Не, ну подожди, возможность такая была. Теоретически, да. Но он и не воспользовался. Он решил сыграть какую-то сложную игру со Сталиным. Да? Завербовать его, подписать какие-то бумажки, он будет ему докладывать, а я буду ему докладывать, и так далее, и так далее. И кто эту игру выиграл? Хотя на середине игры казалось, все замечательно, у нас завербован, у меня на него компромат, вот бумаги им подписаны. Ай-яй-яй. Я тебе приведу более свежий пример. Все же знают, что, например, на выборах мэра Москвы, так сказать, Навального тянули администрация президента. Ну, есть такая версия. Да не есть такая версия, они ему помогали собирать, так сказать, эти подписи муниципальных депутатов, чтобы его зарегистрировали как кандидата. Без помощи администрации президента никогда бы он их не собрал. Потому что за него подписывались депутаты от «Единой России». Ну, это же факт. Это даже они не отрицают. Ну, и кто, и что? А в результате он стал, так сказать, вторым человеком в Москве по выборам. Едва не добившись второго тура. Ну. И кто выиграл в результате этого сотрудничества? То же самое и здесь. Ну, что там? Кириенко считает, что он там ведет какую-то хитрую игру. И тем самым, так сказать, помогает Надеждину выдвинуться. Ну, давайте посмотрим, чем все это кончится. Вот я взмахнул волшебной палочкой, и Надеждин стал президентом. Где тут Кириенко будет после этого? Дай бог не в тюрьме, да? Угу. В качестве услуги ему разрешат уехать. Это все. Поэтому... Я к такого рода, так сказать, вещам отношусь спокойно. Все, что помогает добиться результата, хорошо. Все, что не помогает, ну, за исключением совсем запредельных вещей. Вот. Гриенко вызывает и говорит, давай мы тебя выдвинем. А что от меня требуется? А что ты хочешь? А я хочу выступать против войны. Хорошо. Хороший дил. Они мне помогают выдвигаться, а я буду говорить, что я против войны. Что, где, в каком месте я плохо сделал? Понимаешь, да? Понимаю. Политика не делается чистыми руками.
Но я еще раз говорю, вот ты так сказать, меня, ты вот хитрый человек. Все-таки ты, так сказать, хитрый профессионал. Помнишь, как Мюллер говорил? Ты все-таки меня заставил разговаривать на тему, на которую я не хотел говорить. А я и не заметил. Хорошо. Давай сменим тему. Давай. Давай сменим тему. Давай поговорим все-таки о том, что происходило на войне, на минувшей неделе. На войне. Что-то, вот, заметки фенолога. Знаешь, помнишь, была такая непременная... Да. У меня даже была попытка литературная писать такие заметки про бизнес, знаешь. Так вот я бы написал, что на минувшей неделе что-то стаи дронов стали... кружить над разными городами Российской Федерации и периодически там что-то поджигать и взрывать. Вот ты даже, по-моему, разразился Филиппикой по этому поводу в связи с слугой. Филиппикой. Да. Филиппикой. А знаешь, откуда выражение «Филиппика» появилось? Нет, не знаю. Это в Афинах был такой оратор, по-моему, Демосфен его звали, да. Вот, который выступал против отца Александра Македонского, македонского царя Филиппа, который тогда уже начал развивать свое царство. И Демосфен начал выступать, что вот растущая мощь Македонии представляет угрозу для Афин. И вот эти речи его назывались филиппиками. Угу. Вот оно как. Да. Ну, оказался самом... прав, кстати. На самом деле, я неправильно использовал этот самый термин, потому что Филипп – гневное обличительное. Гневное обличение. Это все-таки гневная обличительная речь. А ты, я бы сказал, оду просто написал. Оду. Оду на взятие Устлуги. Устлуги. С Устлугой интересная история. Дело что в том, там сгорело что... сначала, скажи? А? Что там сгорело? Какие там терминалы ну, были? Потому что пишут, там был взорван завод по переработке газа. Туда подведен газопровод. Угу. Этот газопровод потом перерабатывает газ там, во всякие разные интересные вещества, там сжижает его... там получает из него какой-то там газовый конденсат, еще какую-то нафту и так далее. Я не большой специалист во всей этой нефтепереработке. И потом из этого, так сказать, делаются некоторые такие продукты, которые очень, так сказать, хорошо экспортируются. И там есть терминал, куда приходят эти танкеры специально оборудованные, как термосы там и так далее, и грузят туда этот газ. И он идет вот, по всему миру. Вот. И это такой растущий бизнес, который скоро... обгонит там, трубопроводы. Потому что, вот, например, тот же самый Катар, он газ продает только в виде сжиженного газа. То есть, что... этот самый газ там и закачивают на... Вот, вот это был завод там, Новотека, как по переработке газа. Да, большой, так сказать, современный новый завод. И стояли на рейде некоторое количество танкеров, которые ждали, так сказать, загрузки, чтобы идти по всему миру. Ну да, там бельгийские, оманские, ливийские. Ну, да. И вот беспилотник попал в этот завод. И там бабахнуло так, что мама мамочки. Вот. Похоже, что там не только, так сказать, этот завод, этот терминал. Вообще весь порт парализовало. И они не могут и нефть грузить, и газ, и так далее. И так далее. Так а что там за интересная история была с Устлугой? Ну, Устлуга – это один из трех портов, через которые идет там, 80% российского нефтяного экспорта. Вот даже так. Да, да, он очень большой, и самый большой порт на Балтике в России. Вот. И он там много грузов, но прежде всего это, конечно, нефтепродукты и газ. И нефть. Вот. И остановка этого порта очень чувствительный удар по российскому нефтяному экспорту. И это, безусловно, скажется на валютных поступлениях путинских и так далее. Вот. Особенно с учетом того, что там теперь они еще больше подорожали, потому что нужно идти в обход Африки. Ну, ты знаешь эту историю. Ну, да. У нас с тобой была дискуссия, и вот я тебе
по-моему, даже уже пересылал, из чего я... Пересылал. Я с тех пор там с Михаилом Ивановичем Крутихиным подробно... Ну, короче, русским от этого тоже не сладко, от всех этих хуситских упражнений. Да, поэтому да. Вряд ли, что они, так сказать, их инспирируют. Вот. С учетом того, что там Индия, которая покупает этот танкерную нефть у России, она сама по себе покупает их с дисконтом. Вот теперь еще, так сказать, нефтяной порт в услуге взорвался, и транспортная составляющая сильно выросла за счет того, что нужно обходить Африку. Вот. Можешь себе представить, соответственно, что там остается в качестве прибыли для бюджета? Вот. Поэтому, конечно, это вот удар. Понимаете, в чем дело? Вот, мне кажется, что ВСУ, с учетом того, что у них очень ограниченные ресурсы, должны сосредоточиться именно на такого рода операциях. Но я об этом много раз говорил. Именно на такого. Потому что они абсолютно, абсолютно эффективны. Вот если ты помнишь, там сообщил этот глава Ленинградской области, что вовремя всех людей эвакуировали, погибших нету и так далее, и так далее. А терминал взорван. Завод целый взорван. Понимаешь? Ну, прекрасно. Вообще, так сказать, все довольны. Любой западный союзник тебе вот слова не скажет. Даже, так сказать, самые... чедолюбивые какие-нибудь там западные левые, которые будут говорить, ай-яй-яй, нужно остановить войну, потому что люди гибнут. Они вот по поводу этой операции даже этого сказать не могут. Понимаешь? Вот просто идеальная операция. Взорвали, так сказать, машинку по зарабатыванию денег у Путина. Поди плохо. И при этом ни один человек не погиб. Очень хорошо. Блестящая операция. Вот это вот 100 раз лучше, чем все остальное. Все какие-то атаки Белгорода бессмысленные, еще что-то. Вот такого рода, так сказать, точечные атаки, если их будет 10, 15, 20, я вам гарантирую, что к весне Путин запросит мир. Ну вот еще, кстати, был военный завод в Туле, да? Обратил в Брянской внимание. Области в Клинцах нефтебазу взорвали. Да, в Клинцах нефтебазу взорвали. Пороховой завод в Туле, да. Вот. Военный завод «Щегловский вал», который занимается производством разных видов вооружений, в частности, вот этих самых противовоздушных комплексов «Панцирь-С-1». Мы не знаем, сколько заводов оборонных Путин взорвал на Украине своими ракетными атаками. Но вот такие новости про уничтожение путинского военного потенциала и экономического, они очень правильны. Они очень работают. Вот. Осталось два... Понимаешь, вот, мне кажется, что вот на этом надо сосредоточиться. Нужно уничтожать инфраструктуру войны. И тогда война сама собой заглохнет. Потому что нечем будет воевать, не на чем будет ехать, не будет бензина, не будет денег его заправить, не будет денег платить солдатам, не будет денег покупать оружие, не будет денег платить рабочим на оборонных заводах. В Смоленской области что-то еще атаковали. Какой-то пороховой завод взорвали, по-моему. Да, что-то такое. Да. И потом еще была одна нефтебаза взорвана. Вот то, что сейчас началось, это очень правильно. И это, помимо прочего, Жень, еще важное вот какое обстоятельство. Дело в том, что, как ты знаешь, территория России огромная, да? Да. Она, ну, просто несравнима с украинской. И для того, чтобы защитить ее, ну, невозможно построить систему ПВО, которая защитит всю территорию России. Это просто исключено. Это стоит денег, которых нет во всем мире. И уж точно таких денег нет. Минус большой территории. Минус большой территории. Да нет, ну у территории, большой территории много минусов. Я не знаю, в чем их плюс. Русские все время хвастаются тем, что у них самая большая страна в мире. А в чем преимущество такое, не очень понятно. При прочих равных условиях, там производство одного и того же товара, там, который комплексный и производится в разных местах, стоит дороже за счет транспортных расходов. Рынки сбыта далеко, понимаешь, и так далее. То есть не все минусы понятны, ни одного плюса не понятно. А плюс-то какой, что большой?
Ну, вот я, так сказать, живу в Владивостоке, ты живешь в Москве, да? Ну, так сказать, вот за счет того, что страна большая, мы почти не бываем друг у друга. Ну, а плюс в чем? Оборонять ее, расходы на оборону огромные. Нужно держать, хочешь не хочешь, при прочих равных обстоятельствах, ну, держать больше армию, там какая-то граница большая, расходы на ее содержать и так далее. То есть вот все минусы понятны, а плюс-то какой? Вот не тоже знаю. Я вижу, что экономическое развитие во всем мире идет в основном вокруг крупных прибрежных городов-портов, так? Да. Или, во всяком случае... Ну, это сложный вопрос, потому что, так сказать, по-разному. Там вот, например, Рур в Германии, как сердце немецкой индустриализации. Он же ни на каком порту не расположен. Ну, достаточно близко. В самом центре страны Европы просто бух, и развивается. Или Швейцария. Какие порты, какие моря? Швейцария – это отдельный разговор. Ну, поэтому, может так, а может не так. Если говорить на Китай, например, или там Соединенные Штаты Америки, то, наверное, да. Хотя есть, так сказать, города индустриально развитые внутри страны. Там, тот же Кливленд, например, или Детройт. Кливленд с Детройтом, по-моему, в депрессии находятся. Ну, развивались-то они. Там же немецкая индустрия, американская индустриализация. Она не в Нью-Йорке началась. Или, например, там металлургия Пенсильвании. Она же до сих пор жива. Ну, вот. Ну, оставим это. Оставим. Помнишь этот фильм Майкла Цимина «Охотник на оленей» с Де Ниро? Ну, конечно. Один из моих любимых. Там же металлургический комбинат. Это же вот эти вот русско-украинские общины Пенсильвании там показаны. Да. Что я еще хотел? Да, ну вот. И защитить эту территорию ПВО будет стоить денег, которых нет у Путина. И в ближайшее время они не появятся. Вот. И поэтому вот эти вот атаки на такого рода объекты, они заставляют Путина снимать системы ПВО с фронта и отправлять в тыл. И тем самым обнажать фронт для атак украинской авиации, украинских ракет, украинской артиллерии. Ну да, вот эти как раз панцири-то, их на заводе в Туле делали, эти, собственно, да. Панцири, они и рассчитаны на то, чтобы с дронами бороться, в частности, да? Да. Понимаешь, у него, так сказать, нет возможности и на фронте оставить ПВО, и тыл защитить. Ему нужно что-то. А если он не будет защищать тыл, а будет только фронт защищать, то он просто потеряет военный потенциал, который развалит. А если он будет защищать это, то тогда фронт прорвут. Ну, решай, дорогуша, что тебе... Или давай войну заканчивай. Не, ну ты, я не знаю, обратил внимание, что Джейк Салливан на прошлой неделе достаточно внятно, так сказать, излагал свою концепцию, свой взгляд на то, как следует вести войну в следующем году. То есть, ну, уже в этом году, я прошу прощения, в 2024-м как раз... перейти в стратегическую оборону и накапливать силы, средства, личный состав, ну, имеется в виду ВСУ, да, и параллельно вести войну на истощение ресурсов противников. Я полагаю, что это как раз вот история с постоянными ударами дронами или другими средствами по коммуникациям, по нефтебазам, по военным заводам, это как раз та самая история. Ну, Жень, ты же понимаешь, что Салливан не единственный, кто это предлагал. Еще за несколько месяцев до Салливана то же самое фактически предлагал в своем интервью генерал Залужный. Да, конечно. Ну вот, поэтому от Салливана вообще требуется не то, чтобы он давал советы, как Украине воевать, да, а я бы ему рекомендовал оружие дать Украине и деньги. Вот про это Салливан ничего не рассказывал. А то, как воевать там надо и как там фронт держать, это без него разберутся. Точно он не самый лучший специалист в этом вопросе. Там есть Остин, там есть, так сказать, Пентагон, который, так сказать, в сотрудничестве с нужным что-нибудь выработал. Что? Не, ну, все-таки он советник по национальной безопасности. Он Салливан. Ну, понятно. Что ты такое? Начальник, я дурак, да. Я начальник, ты дурак. Ну, слушай, назови его как хочешь. Ну, какое он имеет отношение к войне? Он же никогда не воевал, у него нет военного образования. Ну, что он лезет советами? Вот иди в Конгресс и выбивай бабки из Конгресса.
Вот твоя работа, если ты по национальной безопасности. Сказать а не рассказывать, да, пожалуйста. Нет, я просто предполагаю, что вероятно, для того, чтобы ему там, пробить деньги, он же должен какой-то план предложить, подо что мы деньги будем давать, под какую тактику и стратегию. То вот мы просто просим, предположим, какие-то виды вооружений, финансирование на их производство, для того, чтобы вот вести дальше, чтобы Украина могла вести войну вот так и так и так. Ну окей, я не хочу в это вдаваться. Мне кажется, что проблема в Конгрессе отнюдь не из-за того, что Салливан не может рассказать, какие системы вооружения он будет производить для помощи Украине. Мне кажется, что проблема в другом. Проблема, прежде всего, так сказать, в том, что ни демократы, ни республиканцы не могут найти какой-то компромиссной иммиграционной политики. Это первое. А во-вторых, Байден не может четко сформулировать Джонсону, в чем же, собственно, его цель в Украине состоит. Какого результата он хочет достичь? Вот получит и 60. Вот простой понятный вопрос, который задает Джонсон Байдену. Байден говорит все, что угодно, кроме ответа на простой понятный вопрос. Он говорит, мы, Конгресс, дадим вам 60 миллиардов. Вы отдадите их Украине. Что в результате получат Соединенные Штаты? Какого цели мы хотим достигнуть? Молчание. Ну, Жень, вот я к тебе прихожу и говорю, Жень, дай мне, пожалуйста, $200. Ты мне говоришь, а что ты хочешь? А я молчу. Да, ясно все с тобой. Хочешь пойти и пропить? Ну тогда иди. Хочешь пойти и пропить? Ну тогда я тебе не дам. Ну я понимаю, что ты не пьешь, поэтому пропить. Ну вот объясни мне. Ну прогуляешь. И мы должны сидеть и думать, вот какой умный Байден. Что-то там как-то... В чем же причина? Почему Конгресс не дает денег? Какая Америка? Что у них там на уме? Да что там на уме? Ну, простой вопрос. Что ты хочешь за эти бабки? Что ты хочешь добиться? Байден, ты 2 года воюешь. Мы тебе 2 раза по 40 миллиардов дали уже. 100 с лишним. Ты где был, там и стоял. Ты хочешь еще 60? Скажи, что ты хочешь добиться-то? Как в Афганистане? Туда мы 1 триллион закачали. За 20 лет. Ну ты уже скажи нам, что ты хочешь, дорогой. Слушай, а ты не думаешь, что на самом деле, это может быть плохой прогноз, но тем не менее, что вообще до выборов в ноябре ничего там не сдвинется с места? Ну поэтому они и говорят, что стойте, так сказать, в обороне и ждите. Такой вариант это тоже простая история. Ты, кстати, обратил внимание на потом то, вот что... Вот, извини, мысль, да? Вот я могу тебе сказать, вот Германия недавно приняла решение увеличить помощь Украине с 4 миллиардов до 7, да? Причем там что-то сформулировано там по поводу, в связи с тем, что там американская помощь стала, так сказать, проблематичной, мы должны, так сказать, хоть как-то там посильно заместить эту дырку, да? И приняли решение выделить 7 миллиардов, а не 4, да? Вот после этого решения я могу, наверное, позвонить Зеленскому, будучи там, условно говоря, канцлером Германии, и там сказать, слушай, вот мне кажется, что тебе надо в оборону перейти, наверное, да, вот денег мало, там, то да сё, да? А когда, так сказать, страна практически открыто говорит, что, знаете, денег нет, мы вам ничем помочь уже не можем, вот Конгресс, так сказать, тормозит и так далее, и так далее. После этого, так сказать, снимать трубку и говорит, вы знаете, мы должны вот так, сяк и эдак воевать. Вот что должен, так сказать, слушатель сказать? Слушай, шел бы ты, знаешь, куда? Со своими советами. Ты бабки дай, а потом мы с тобой поговорим. Понимаешь? Понимаю. Ну вот. Поэтому мне вот эти вот... Салливан сам довел ситуацию до такого состояния. Все эти бесконечные его ужимки. Все это не дать России победить, но не победить Украине. Там какие-то бесконечные переговоры. Что-то он там жует, это, так сказать... кашу там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, 2 года доживали. Все какие-то хитрые интриги плели, понимаешь? Хотя надо давно было уже по зубам дать, так сказать, и выгнать его пинками под жопу, так сказать, из Украины. Слушай, а вот это, а что тогда я буду делать? Если военные победят, а я же, так сказать, вот я же дипломат, я же должен тут как-то вот какую-то интригу плести, так сказать. Пушки дать и дурак сумеет. А тут вот как-то вот раз, я такой хитрый, умный, понимаешь? Понимаю. Вот. Ты обратил внимание, третий раз пытаюсь тебя спросить, что
Коль скоро мы краешком затронули тему предстоящих выборов в Америке, ты обратил внимание, что ДеСантис слился, сошел с дистанции? Ну, знаешь, как сейчас я говорю, я вангую. Вангую? Да, мне кажется, что скоро мы услышим о том, что ему предложено место вице-президента в команде Трампа. Вот так вот. Да. Ну, смотри, я рассуждаю просто. Вот есть Трамп, да? Угу. Есть там другие кандидаты. Ну, прежде всего, конечно, это сам ДеСантис и Ники Перри, да? Ники Хейли. Хейли, да, Хейли. Вот. Если я снимаюсь с выборов, то я могу отдать либо Хейли, либо этому Трампу свои голоса, правильно? Угу. Вот. Если я ей отдаю, она фактически догоняет Трампа. Ну, там становится, так сказать, уже разница, где играть можно, правильно? Да, да. Но я не получаю ничего. И вариант выиграть шансы ниже. А так я снимаюсь, отдаю Трампу, все. У Хейли нет игры. Мои голоса уйдут к Трампу, особенно если он провозгласит меня вице-президентом. И все. Трамп уже гарантирован. А у нее отрыв будет чуть ли не втрое. Да. А что ты вангуешь насчет исхода выборов, которые будут уже 5 числа? Я имею в виду 5 ноября. Ну, я думаю, что Трамп победит. Выглядит все так пока. Угу. И это, по-моему, уже и Зеленский понимает, поэтому он бесконечно зовет Трампа приехать в Киев уже сейчас и подружиться с ним. А ты обратил внимание на Бориса Джонсона, который написал? Да, 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 это хорошо. Колонку, он же Daily Mail ведет колонку еженедельную, и он написал буквально, что... Как же, где-то у меня был замечательный заголовок. А, вот. Возвращение Трампа может стать большой победой для всего мира. Ура! И... Не, ну ты же знаешь, что я не отношу себя, так сказать, к Трампу-ненавистникам. Поэтому это, пускай, так сказать, леваки в истерике бьются и рассказывают, что все пропало, там, Трамп победит. Я так не считаю. Может, он кому-то неприятный, может, он действительно, так сказать, говорит какие-то хрени, и человек чрезвычайно отвратительный. Ну, когда он был 4 года президентом, я не видел каких-то катастрофических последствий его президентства. Экономика была хорошая. С Путиным он вел себя достаточно жестко. Достаточно вспомнить обстрел российской авиабазы американскими ракетами в Сирии. Достаточно вспомнить, как он себя вел в других эпизодах по поводу, например, санкций. Тогда, вот помнишь, это он же первый ввел санкции против Дерипаски, Виксельберга и так далее, и так далее. Еще тогда, когда об этом и речи не было. Вот. И много чего он сделал такого, из чего нельзя сделать вывод, что он такой уже прям друг Путина. Вот. Просто экономика была хорошей. Колонку Бориса Джонсона практически. Ковиду он подготовился хорошо. Америка прошла ковид лучше, чем могла пройти. Так сказать. Доз хватило. Ты помнишь, даже он перекупил даже европейские дозы. Там Европа начала прививки позже, чем Америка. Потому что Трамп из-под носа у фон дер Ляйен выкупил там огромную партию, так сказать, этих прививок. Вот. Поэтому какие к нему особые вопросы? Так что ты, учитывая твой опыт работы начальником штаба СПС, считаешь, да, у Дональда Фердинандовича есть большие шансы? Ну, конечно, конечно. Хорошо, давай вернемся к вот истории, в оставшиеся еще нам... До нашего привычного хронометража времени еще немножечко поговорим о вот тех событиях 2003 года.
В чем была самая большая проблема-то СПС? Почему СПС в результате не попала в Государственную Думу? У меня... у нас было несколько ошибок. Первая фундаментальная ошибка состояла в том, что мы уговорили Чубайса войти в тройку и включили его команду в наш избирательный штаб. Угу. Вот. Понятно. Дело в том, что у Чубайса есть такой товарищ, которого зовут Леня Гозман, небезызвестный. Да, очень хорошо известный, деятельный да. участник нынешних организаций разных российской оппозиции. Да, вот. Так вот этот самый Леня Гозман всегда рекомендует себя социологом. Я не знаю, социолог он или не социолог, но он всем рассказывает, что он очень крупный социолог и очень сильно в этом деле разбирается. Ну, он вообще, по-моему, специалист в области психологии по образованию. Я не знаю, кто он по образованию. Он все время рассказывает, что вот он в этом деле просто вот король. Да? И он постоянно, когда Чубайс тогда работал в РАО ЕС, как ты помнишь, и вот Леня Гозман тогда в РАО ЕС был какой-то, так сказать, крупной шишкой, который возглавлял что-то там, связанное с пиаром, там, может быть, или еще с чем-то и так далее. И у него был какой-то, так сказать, достаточно серьезный бюджет, на который он без конца проводил какие-то фокус-группы. Он не проводил полевых исследований, насколько я помню, вот, но он все время проводил фокус-группы. Он это, ты понимаешь разницу между полевыми исследованиями и фокус-группами, да? Или надо объяснить? Ну, объясни не мне, я понимаю, объясни нашим зрителям. А полевые исследования – это когда ты проводишь просто опрос общественного мнения. Там, сказать, ну, да. Существует там правильное там, правило там, формирования репрезентативных выборок там, на там 140 миллионов россиян, репрезентативная выборка является там выборка там не менее 2000, там специальным образом сформированная там столько-то мужчин, столько-то женщин по возрастам, по территориям, по профессиям, там сложно их организовывать, но так или иначе вот эта вот выборка там, как они их делают, целые учебники написаны, как делать репрезентативные выборки. Вот если ты сделаешь репрезентативную выборку и проведешь опрос, у тебя будет более-менее правдоподобный прогноз общественного мнения с доверительным интервалом там, плюс-минус 5%. Поэтому если ты говоришь, что там тот кандидат X набирает там, 40%, значит он либо наберет 35, либо 45%. Так оно, как правило, и случается. Так вот, это называется полевые исследования. Они достаточно дорогостоящие, но при этом они дают реальный слепок общественного мнения. Но они, кроме слепка общественного мнения, ничего другого не дают. Они не будут говорить там о скрытых помыслах, о реальных, так сказать, предпочтениях, о том, что человек так отвечает, на самом деле боится ответить по-другому и так далее. Вот этих тонких вещей они не дают. Есть, кроме этого, фокус-группы. Когда ты набираешь там какую-то более-менее репрезентативную выборку людей, сажаешь их напротив себя, там человек 30, 40, 50, и начинаешь с ними по специальной методике разговаривать, задавая им наводящие вопросы, провокационные, казалось бы, нейтральные, но с подтекстом и так далее, и так далее. А потом анализируешь их ответы по специальным тоже правилам. Это намного более профессиональная история, чем полевые исследования. Она требует, так сказать, специальной квалификации. Но результаты, которые в результате фокус-групп ты можешь получить, они могут по качеству и по пище для размышлений превзойти просто полевые исследования. Но они требуют очень высокой квалификации самого социолога, чтобы не вытягивать из людей те ответы, которые ты сам хочешь от них услышать. Потому что люди склонны, так сказать, идти навстречу вопрошаемому и отвечать так, как он хочет. А на самом деле они, чтобы отвечали, то, что они думают. Понимаешь, да? Да-да-да. Вот. Поэтому человек должен выглядеть бесстрастным, человек должен выглядеть не заинтересованным. Человек должен выглядеть безразличным и просто, типа, я вот ученый, мне вообще пофиг, кого ты поддержишь, Путина или Зюганова, ты мне ответь, как на самом деле тебе кажется. Вот. Так вот, Гозман в основном занимался фокус-группами. Угу. Он почти не занимался полевыми исследованиями. Из этих фокус-групп у него вытекало, что вот Чубайса все обожают и любят. Ну, я сейчас утрирую, но смысл такой. И что он сильно добавит СПС, если войдет в тройку, так сказать, которая будет написана в бюллетене.
Потому что у него есть свой избиратель, у него есть свой, как говорится, электорат, который не внутри СПС, а рядом с ним. И он добавляет СПСовскому электорату. Понимаешь, о чем я говорю, да? Вот. Потому что у нас там был, естественно, Кириенко выбыл к 2003 году. И вот эта вот третья позиция, она, так сказать, подвисла, и мы не знали, кого на нее взять. О том, что Хамада и Немцов, это было понятно, что два человека там уже есть. Вот. Угу. И вот третьего мы искали. Понятно, что Чубайс был одним из спонсоров СПС, и в избирательный фонд вносил деньги. Вот, не единственным. И нет, контрольный пакет у него был, я заранее скажу. Там были люди, которые дали денег примерно столько же, сколько Чубайс. Вот, не хочу называть их сейчас фамилии, но они, так сказать, знающие люди, более-менее понимают, о ком идет речь. Вот. Ну, было некоторое количество богатых людей тогда в России, которые не боялись давать деньги Союз Правосудия. Ну, я вам могу сказать, что это-то можно сказать, но Абрамович давал СПС деньги. Я уж не говорю, да, про Ходорковского. Да и Фридман, по-моему, давал. И Фридман, и Эксельберг, да много давали народу, так сказать. У нас был хороший бюджет, ничего не могу сказать. Вот. И Чубайс давал. Вот. Но он пришел вот с этой вот историей, что давайте возьмем Чубайс. Госман к нам. Вот. И у нас было большое совещание. Я могу тебе сказать, что я сразу поддержал эту идею. Вот это... Я не собираюсь это скрывать. Мне она нравилась. Я Чубайсу всегда симпатизировал. Он был мой товарищ. Поэтому я подумал, ну, если вот уже наука говорит, что, так сказать, он добавляет, а не отнимает. Вот. То что уж тут говорить? Надо брать, конечно. Так сказать, вот. Другие наши социологи, другая, собственная СПСовская социологическая служба, которая делала полевые исследования, они в истерике били. Они говорили, вы нас губите, что вы в регионах его ненавидят, вы тут смотрите на это все глазами москвичей, это все не так, у него нет никакого электората там, и так далее, и так далее. Вот вам вопросы общественного мнения, вот, так сказать, антирейтинг зашкаливает, и так далее. Но вот эта вот дискуссия на какое-то время длилась, и в конечном итоге в этой дискуссии, так сказать, точку поставил Боря, как лидер партии. Он сказал, нет, давайте ставить Чубайса в список. И мы его поставили. Как ты помнишь, по-моему, третьим, да? Да, там. Первые тройки, во всяком случае. Да, да, да. Ну, вот. И села первая тройка на красивый самолет. Не-не-не, это потом было. Это же уже к концу было. Про красивый самолет это уже потом было. Вот. И мы начали, так сказать, избирательную кампанию. И действительно, так сказать, право оказались СПшные социологи. Значит, рейтинг просел. У нас где-то было около 6%, а стало там порядка 4,5%. То есть мы от включения Чубайса в избирательный список просели где-то процента на 1,5%. Угу. Вот. На что, значит, Госман опять собрал фокус-группы, опять что-то там колдовал, какие-то бюджеты осваивал. Вот. В результате он, так сказать, пришел к нам с новой идеей, что а это так и должно было быть, это неизбежно, но зато вот теперь мы сейчас начнем набирать. И вот смотрите, первое, что мы делаем. И РАО ЕС громогласно объявила, уже зная, что Чубайс один из лидеров СПС, и мы уже зарегистрировали тройку там и так далее, и так далее. Уже назад дороги нет. Я, говорит, снижаю тариф на электроэнергию там, на 5% для всех граждан России. И вот, значит, там Госман победительным взглядом на нас, на всех смотрит, говорит... А вот теперь-то вы сейчас увидите, как у нас рейтинг пойдет в гору. И он просел еще на 1%. Ух ты! Не оценил народ. Причем, когда мы узнали о том, что Чубайс собирается понизить тариф на электроэнергию, причем никаких оснований экономических для этого не было, это просто, так сказать, было уменьшение прибыли. Если даже не заход в убыток. Вот. Он просто такой популистский шаг для того, чтобы привлечь голоса избирателей. Вот. Но народ, конечно, он дурной, но не настолько, чтобы не понять, что его просто тупо покупают за государственные бабки. Вот. Ну и, короче, рейтинг еще просил. Вот. После этого на какое-то время мы этот фонтан, как говорится, креатива заткнули и начали потихоньку сами, так сказать, свою... значит...
избирательную кампанию вести какими-то своими методами, концерты, там, агитация, ла-ла-ла, и там мы как-то опять выросли за 5%. 5,5 у нас было и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати говоря, вопреки расхожему мнению, вот этот вот ролик, про который ты говорил, где там сели в самолет и так далее, и так далее, где там все рассказывают, что мы из-за этого потеряли там огромное количество голосов и прочее, прочее, но это полное вранье, потому что мы же делали замеры почти каждую неделю, там провала из-за этого ролика по голосам не было. Не было? Не было, не было. Дело в том, что дело в том, что выход этого ролика, я тебе сейчас объясню, выход этого ролика совпал с другим событием, очень важным. Я сейчас расскажу, о чем идет речь. У нас был свой пиар-план и своя, так сказать, медиа-план, по которому мы двигались. Мы уже заплатили за эфиры. Слава богу, я, так сказать, тогда еще что-то мог, и мне Миша Лисин помогал. Вот. Я с Кулистиковым, и с Костей Эрнстом, и с Добродеевым обо всем договорился. И у нас был свой медиаплан, мы попадали в правильные эфиры и так далее, и так далее. Достаточно сказать, что мы участники были всех ток-шоу, мы, так сказать, у нас там был все, так сказать, статусные интервью, там, герой дня, бла-бла-бла, все это было. Вот. И у нас даже были такие передачи, как, например, вот это вот «Что, где, когда» команда СПС играла. Уже была отснята эта передача. Я был, кстати говоря, один из членов этой команды. Не могли набрать. Вот. Вот. И... Тогда. А? Выиграли, проиграли тогда в этой самой... Выиграли, да. Вот. Там Гайдар был, я, Чубайс, Немцов, Хакамада и Дуня Смирнова. Вот у нас была команда. Угу. Вот. Значит, вот так. И, значит... Но эта передача не пошла в эфир, как ты понимаешь. Не пошла? Она была отснята, но не пошла. Я тебе сейчас объясню, почему. Мы вот такого рода вещи, да, там была «Пока все дома» с Чубайсом, очень такая теплая передача, тоже была отснята, но не пошла в эфир. Короче, мы вот это все планировали на последний месяц. Вот эти все, так сказать, передачи ударные, которые должны были расположить людей к нам, потом, так сказать, показать, что мы, так сказать, живые люди, нормальные, никакие не жулики там и так далее. Вот. Ну, ты понимаешь, как это работает, да, вот. И вот к концу, так сказать, вот последний месяц у нас был ударный, там было заготовлено огромное количество. И вот за где-то полтора, за два месяца до выборов мы запустили вот эти ролики рекламные, их же там было несколько, в том числе самолет был один из них, он не единственный был, вот. И в этот момент у нас были еще ролики, которые тоже, так сказать, на мой взгляд, были хорошие. Они были собраны из ребят, которые снимались в тогда известном фильме «Бумер». Угу. Вот, там разные там эпохи были, как там ужасы коммунизма и так далее, мы показывали. Вот. И «Голосуй за СПС». Вот. И все это, так сказать, шло, и рейтинг наш потихоньку, значит, достиг там уже 5,5%. И мне даже звонил Сурков и говорил, а что ты, говорит, там, типа, беспокоишься, вы уже точно проходите. Сурков мне говорил, он же тоже смотрелся целый. И тут арестовали Мишу Ходорковского. Вот. Ну, условно говоря, вот мы утром проснулись и арестовали Мишу Ходорковского. Дальше я тебе рассказываю, как мне рассказывал Чубайс. Значит, рассказывал он таким образом. Я, говорит, утром приезжаю в офис в РАО-ЕС, а меня, говорит, в приемной ждет Сечин. Угу. Угу. Интересно. Да. Я, говорит, прохожу к себе в кабинет, он прям сразу за мной. Вот. И прямо с утра мне говорит, Анатолий Борисович, вы только молчите. А я, говорит, даже еще не знаю, что Ходорковского арестовали. Uh-huh. Я, говорит, только приехал. Вот. Он говорит, а в чем дело-то? Что случилось? Вы вот молчите, и все будет хорошо. Я вам гарантирую, все будет хорошо. Только вы никуда не лезьте. Ничего не комментируйте, ничего не делайте и так далее, и так далее. И так далее. Да что ж такое-то? Да вот Ходорковского арестовали. А, я понял. Ну хорошо, я подумал. Все, там, пожали руки, разошлись там и так далее. И Чубайс сидит такой немножко а что действительно делать и так далее, и так далее. Звонок. Снимает трубку. Добродеев.
Виталий Борисович, надо выступить. Михаил Борисович арестовали, надо выступить. Даже сколько можно отступать, это значит уже непорядок, это красная черта, власть, так сказать, Сенчин уже совсем оборзел, Путин, так сказать, мы теряем Путина. Надо выступить, надо призвать правительство к ответу, и тогда мы дадим вам эфир. Приезжайте, прямо вот сейчас мы вам дадим эфир. Хорошо, я подумаю. Звонок. Эрнст. Виталий Борисович, мы с вами, так сказать, демократы, надо выступить. Тараперы. Ай-яй-яй, караул. Михаил Борисович арестовали. Хорошо, хорошо. Мне вот только уже Добродеев звонил, я уже думаю. Даже. Лесин. Анатолий Борисович, давайте. Тараперы. И так далее. Да я когда вы хотите? Ну вот днем там, вот мы там подойдем, подход сделаем, стендап. Окей. Ладно, я сейчас еду, у нас там союз промышленников и предпринимателей, там вот как раз соберутся все ребята, и мы тогда, так сказать, покумекаем и решим, а тогда я вам скажу, выступлю я или не выступлю. Поехал на СПС, ой, на СПС, на союз промышленников и предпринимателей, а там вся эта вот олигархическая тусовка. Да, я помню, это было в гостинице «Балчук» это было. Вот, наверное, да. Вот, значит, и, значит... Крики-визги, Мишу арестовали, что всех нас пересажают, нам всем конец, и так далее. Чубайс, там больше всех, по-моему, Потанин орал. На что Чубайс говорил, о, Вов, ну так ты давай, вот тут меня звонил Добродеев, давай мы тебя под микрофон. Не, Анатолий Борисович, ну я, кто я? Вот вы у нас фигура, политический деятель, член списка СПС, мы же вас спонсируем, ну так давайте, вперед. Ну, короче, эти олигархи вытолкнули Чубайса к микрофонам. А там уже, так сказать, добродеевские, эрнстовские стоят наперевес. Вот. И, значит, Чубайс сказал то, что он сказал. Правительство должно ответить, что это такое, мы не допустим, почему, для чего и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, чем его просил Сечин, Чубайс сделал ровно наоборот. И после этого приехал весь сияющий, как медный таз, он в СПС, к нам в штаб. А мои, значит, социологи уже вот так вот за голову схватились. Сидят и головой качают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Приезжает Немцов, приезжает Хакамада, приезжает Чубайс, мы все сидим. Вот. И тут, значит, Немцов говорит следующее. А в сущности, говорит, что случилось? Чубайс говорит, как что? Ну вот же, говорит, я похоронил, говорит, нашу избирательную кампанию. А Немцов говорит, ну хорошо, а как ты себе предлагаешь? Вот допустим, ты поехал бы не на союз промышленников предпринимателей, а сначала собрал нас всех и с нами бы посоветовал. Что бы мы тебе сказали? Мы бы тебе то же самое сказали, иди выступай. Ну что, мы бы тебе сказали, не выступай? Мы же бы тебе сказали выступать, прекрасно зная, чем это для нас кончится. Поэтому ничего не случилось. Ты прав, ты правильно сделал. На этом мы разошлись. На следующий день я звоню Мише Лесину, говорю, Миш, ну у нас вот этот тут медиаплан-то на следующую неделю, на следующий месяц, он у нас усели весь. Он говорит, ты издеваешься? Я говорю, так может бабки вернете, которые мы вам заплатили за эфир? Говорю, бабки мы вам не вернем, ну и в эфир не пустим. И все эти передачи... Пошли под нож. Из розетки выдернули все. Крутили только ролики. Ну а это же все, так сказать, работало все вместе, а не по отдельности. Вот поэтому мы и набрали свои там 4% Вот. Таким образом мы, как сказал образно Немцов, как говорится, мы проиграли кампанию, но сохранили честь. Что-то такому было. В общем, в определенном смысле это был сознательный выбор. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, конечно же, меня в этой истории, знаешь, что волнует? Да. Вот Эрнст, Добродеев, Лесин, которые звонили Чубайсу и говорили... Провоцировали, совершенно сознательно. Они специально это делали, чтобы его подсадить? Конечно, конечно. Конечно.
Они поставили его в безвыходное положение. Mm-hmm. С одной стороны, он прекрасно понимал, что они его толкают на самоубийство, а с другой стороны, он не мог промолчать. Как отец реформ, создатель всего этого капитализма, демократии и так далее. Следующий вопрос. Это было абсолютно правильное решение. Они не могли попросить об этом ни Хакамаду, ни Немцова. Они, это должен был сказать Чубайс. И он это сказал. У меня другой вопрос. Как ты думаешь, как ты считаешь, руководитель Первого канала Константин Львович Эрнст, руководитель канала «Россия» Олег Борисович Добродеев, тогдашний руководитель Министерства печати и информации и телекоммуникации Михаил Юрьевич Лесин, они действовали по указке Кремля? 100%. Это был сценарий, разработанный с самого начала. То есть они ему предложили подумать, визитом Сечина обозначили, что будет ценой, а потом начали провоцировать и смотрели, так сказать, как он себя поведет. То есть они в определенном смысле они сыграли честно. Они ему сказали, что ты теперь не можешь сказать, что ты не понимал, что стоит на кону. Ну, ты знаешь, вот как бы поступил я в ситуации условного Добродеева или Эрнста. Вот я получаю звонок из администрации президента, или, может быть, меня туда приглашают и рассказывают вот замечательную историю о том, что вам, Евгений Алексеевич, надо непременно переговорить с Анатолием Борисовичем Чубайсом, чтобы он непременно выступил. Да, заявил позицию, да? Да, заявил позицию. Ну, вы понимаете, для чего. Вам, наверное, не нужно объяснять, зачем нам нужно... Чтобы он заявил позицию. Чтобы он публично высказался по данному вопросу. Я бы нашел способ приехать к Анатолию Борисовичу Чубайсу, попросить его выйти со мной погулять во дворик, там, я не знаю, РАО ЕС России, и рассказал бы ему вот эту вот историю. Сказал бы, а дальше, Анатолий Борисович, вы... решайте сами, как вам быть. А это лишнее, Жень. Вот я считаю, что ты усложняешь. Ты что думаешь, Чубайс не понимал, почему они от него хотят, чтобы он занял позицию? Да я не про Чубайса, я про себя говорю. То есть ты себя поставил на место Эрнста или Добродеева? Конечно. Потому что то, что они сделали, это подлость. Слушай, ну... Окей, я скорее с тобой соглашусь, но все-таки давай вместе посмотрим на это другими глазами. А это было бы точно подлостью, если бы я твердо знал, что Чубайс не понимает, что его разыгрывают в темную. Но я твердо знаю, что Чубайс прекрасно понимает, что его разыгрывают. И ни в какую не в темную, а в белую. И поэтому вот это вот отведение его в сторонку и говорение ему на ушко, что в самом деле стоит, это абсолютно лишнее. Он прекрасно понимает, что за этим на самом деле стоит. Но он не дурак. Тем более к нему Сечин приезжал. И все объяснил. Без всякого Добродеева и Эрнста. Ну и к чему вот эти душещипательные разговоры? Добродеев или Эрнст не знали, наверное, о том, что Сечин приезжал. Ну какая разница? Они понимали, что Чубайс умный человек, он прекрасно понимает, что на кону стоит. И что, так сказать, после этого мышеловка захлопнется, и его выдернут из розетки. Вернее, СПС. Слушай, бог с ними, они... Да. Они говнюки. Я могу тебе сказать, что... Они по-другому, и уже многократно сказали, да, с тех пор. Да. Я тебе другое расскажу, ладно? Давай. Под занавес. Примерно тогда же. Может быть, 2 или 3 днями позже. Я думаю, что, может быть... 2 или 3 дня прошло после вот этих событий и этого памятного выступления. Я прямо вот вижу перед глазами, там лестница такая со 2-го этажа вниз спускается в гостинице, в холле гостиницы «Балчук». Да, и вот на фоне этого интерьера как раз Чубайс свои заявления и делает. А в другой гостинице «Националь», в таком большом обеденном зале, который... окнами смотрит на Кремль, собирает Григорий Алексеевич Явлинский широкий круг
прогрессивной московской общественности, представителей прогрессивной, либеральной, скажем так, социал-демократически настроенной московской интеллигенции. Всех не упомню, но там и покойный Егор Яковлев был, и Дмитрий Муратов, и кого там, короче говоря, только не было. Ну вот, в основном публика, которая склонна была исторически голосовать за Яблоко, и Яблоко всячески поддерживать. Я не комментирую в данном случае, там, насколько правильно была их позиция. И, короче говоря, он... И все присутствующие знают, что Михаил Борисович Ходорковский и ЮКОС дают немалые деньги в избирательный фонд партии «Яблоко» и не только. И, значит, вот, знаете, там, я вас специально собрал для того, чтобы посоветоваться, как мне поступить. Вот, поддержать мне Ходорковского, высказаться мне гневно с осуждением его ареста или нет. И дальше все присутствующие, и твой покорный слуга в том числе, начинают пламенным образом говорить о том, что для вашей репутации, Григорий Алексеевич, надо бы все-таки выступить в поддержку Михаила Борисовича Ходорковского. И так человек 15 или 20. Там один только почему-то покойный Сергей Петрович Капица начал говорить, что да нет, вот вы знаете, там, у меня на это что-то сомнение, вот мои коллеги, ученые, геологи очень критикуют ЮКОС за те методы разработки месторождений, которые они используют, бла-бла-бла, но как-то там на него зашикали, а вот он смутился. И... Да дело не в этом. Дело в том, что если Ходорковский нарушает экологическое законодательство, так сажайте его за нарушение экологического законодательства. Ну, естественно. Да. А тут-то что? Так сказать? Он нарушает экологическое законодательство, поэтому мы его посадим за преступление, которое он не совершал. Хорошая история. Короче, значит, все высказались. Вот единогласно за вычетом одного Капицы. И потом берет слово Григорий Алексеевич и говорит, вы знаете, да, дорогие друзья, я вот вас послушал и должен вам сказать, извините, но я вынужден вас разочаровать. Не буду я выступать публично в защиту Михаила Ходорковского, потому что если это я сделаю, партия «Яблоко» в Думу не попадет. Нас туда не пропустят. А нам очень важно все-таки в Думу попасть. Вот. И дальше немая сцена, как в конце «Ревизора». Ну да. Ну это, кстати говоря, да. Все были просто в шоке. Ну и надо сказать... Там некоторые, по-моему, молча встали и ушли сразу, по-английски не прощаясь. Но факт тот, что партия «Яблоко», как и СПС, тоже не прошла. Думаю, не прошла. Ну, здесь у меня масса вопросов. Первый вопрос: зачем собирал тогда, если уже решение принял? Зачем ты собирал людей, которые почти наверняка тебе скажут, что нужно выступить. Если ты собрался, сам для себя решил не выступать. Для чего? Чтобы что? Я не знаю. Второе. Я не имею ничего против. Ты знаешь, я вот до сих пор не знаю, правильно или неправильно Чубайс выступил. У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что рациональная стратегия могла быть и другой. Знаешь, как Немцов. Немцов же у нас импульсивный человек был. Да? Мы сохранили честь, но потеряли место в Думе, там все такое прочее. Но ведь можно было там потерпеть месяц, да, пройти в Думу, и потом уже, так сказать, с думской трибуны спарить власть за Ходорковского с не меньшей сил. То есть это тоже рациональная стратегия. Ну, вот. Но и для СПС, наверное, бы эта стратегия имела смысл в тот момент рассмотреть. Правда, так сказать, для этого нужны были холодные мозги, а мы все были разгоряченные и так далее, и так далее. Вот. Потому что у нас были хорошие шансы пройти в Думу. Вот. Но стратегия Григория Алексеевича оказалась совсем позорной.
Он и честь не сохранил. Он и честь не сохранил, и в Думу не прошел. Вот. Поэтому, ну, что с этим можно сделать? Ну, вот так вот. Это прямо по Черчиллю, да, помнишь? Да, да, да. Как он говорил про этих самых умиротворителей, что они будут иметь и позор, и войну. И позор, и войну, да. И позор, и войну. Так оно и случилось. Да. Ну что ж, давай мы на этом поставим точку. Вот, спасибо всем, кто нас смотрел. Я не знаю, перейдем ли мы уже в 2004 год с нашими воспоминаниями, или есть еще что обсудить относительно 2003-го. Но в любом случае, спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, Олег, тебе за твои комментарии и воспоминания. По-моему, это было сегодня очень интересно. Если вам тоже так показалось... Пожалуйста. Лайки. Подписочку, пожалуйста. Да. И до следующей встречи. Ура! Счастливо!